Как и обещала, возвращаемся к теме нефти и газа в нашей рубрике «Наглядно». Главный профессиональный праздник региона отмечают на этой неделе в Югре. День работника нефтяной и газовой промышленности объединяет югорчан более чем 40 профессий. Геологов и буровиков, строителей и газовиков, водителей и инженеров. Всех тех, кто укрепляет мощь страны, добывая бесценный дар югорской земли. Черное золото и голубое топливо. Югра – основной нефтегазоносный регион России. Мы обеспечиваем почти половину общероссийской добычи нефти. Из югорских недр с момента начала промышленного освоения извлечено более 11 миллиардов тонн нефти. И каждая 16-я тонна черного золота, добытая в мире, имеет югорское происхождение. Впрочем, и перспективы у нефтяников внушительные. По оценкам экспертов, нефтяной потенциал автономного округа оценивается в 35 и даже 40 миллиардов тонн. Учитывая, что ежегодно Югра качает четверть миллиарда тонн, хватит более чем на полтора века.